Неожиданно. Гитара даже, видите, чуть-чуть растерялась. А... Вот. Мы еще можем на пару часиков задержаться. Встала баба на весы, сняв с себя одежду, украшения и трусы, затаив надежду. Только это не спасло бабу от расстройства. Ей трехзначное число выдало устройство. Ох, весы, 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 да что же вы творите? Что ж вы, электроны, мне душу перейдите? Ох, весы, 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 да вы побойтесь Бога. Ой, да сотни килограммов, это слишком много. Села баба у весов и сидит, рыдает, красным краешком трусов слезы утирает. Ох, сама в своей беде я дура виновата, от пристрастия к еде стала свиновата. Ох, я дура, 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 глубоко во мне моя стройная фигура. Ох, весы, 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 гоните в воду, больше мне жить незачем, утоплюсь, пойду. Встала баба на мосту, да глядится в воды, хочет сбросить в них жиры, белки и углеводы. Вдруг подумал бабий мозг, погоди, не надо. Только тут сломался мозг и утонула баба. Ох, беда, 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 ой, горе, огорчение. Но в этот день в Саратове случилось наводнение. Баба вскрикнула во сне и глаза открыла, и в рассветной тишине на весы ступила. Смотрит баба на табло и радости не верит, там двузначное число 99. О, весы, 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 ой, счастье-то какое! Не простилась я еще с моей красотою. Ох, весы, 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 спасибо, что вы есть. После сна кошмарного надо бы поесть. Как на новогоднем на корпоративе гуляла, о, Кубаньстройпром, и бухгалтер Люба, Люба Иванова, намешала пиво с коньяком. Любе мало было и стакан текилы Люба прокинула тогда, и стакан разбила, а после покурила то, что не курила никогда. Расплескала Любу по ночному клубу, разбросала Любу да по стульям и столам, и под песни Лепса на колени влезла к шефу и очки с него сняла. А потом с бананом Люба танцевала, намекая всем, что это вовсе не банан. А потом диджею прокусила шею, требуя таниту тикарам, и груди свои белые мазала отжигом, предлагая всем ее слезать. Ну а после в баре писала в компаре, где и удалось ее связать. И казалось Любе, что в тот вечер в клубе каждый парень был в нее влюблен. Но не знала Люба, что подруга Люда праздник весь сняла на телефон. Ой, Люба, Люба, звезда Ютьюба, выложила в сеть подруга тварь. Люба, Люба, ты звезда Ютьюба, миллион просмотров за январь. Поселилась Люба за полярным кругом, ест консервы и на лыжах ходит в туалет. Там, где снег вьюга, там, где нет Ютьюба, и любви народной тоже нет. Но однажды с Любой приключилось чудо. Встретился парнишка ей в пустыне ледяной.
А у парня боли в жизни тоже горе, любви лишь понятное одной. Как корозу буря, хрен застрял в заборе. Приезжала скорая и даже МЧС. Ой, все они достали и подробно сняли на айфон спасение процесс. Боря и Люба, две звезды YouTube, навсегда друг друга обрели. Люба с Борей в Баренцевом море свой медовый месяц провели. Лай, 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 лай. Спасибо. Ну, чтобы на меня не обижались женщины, спою песню, чтобы обижались мужчины. Все мужчины изменяют женам. Все мужчины изменяют своим женам, изменяют своим женам. Все мужчины изменяют, изменяют своим женам. А я не такой, я не такой, я не такой. Тебе повезло, я не такой. Они все такие, а я не такой. Я у тебя один не такой. И друзья мои все изменяют. Витя, Вовка и Олег, и даже Соболев и Люха пялятся на сиськи и на попы, представляя, как они с ними изменяют своим женам. А я не такой, я не такой, я не такой. На попу вообще не смотрю. Чё я там не видел, чё я там не видел. Ведь я не такой, я не такой, я не такой. Я сиськи вообще не люблю. Только твои две, только твои две. В зале мужики сейчас смеются. Все хохочут, поворачиваясь к женам, притворяясь, что они, мол, не такие. Ну а сами все такие, все из меня, все из меня. А я не такой, я не такой, я не такой. Вот именно я у тебя один не такой. Они все такие, они все такие, а я не такой. Я у тебя один не такой. Не такой, не такой. Спасибо. Ну и в завершении концерта, как я и обещал, я хочу исполнить песню из сериала «Домашний арест». Она адресована тем людям, которые думают, что самое важное для счастья – это деньги. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно? Нужно тебе сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно. Нужно тебе немного там, немного здесь. И вот уже есть миллионов шесть. Вилла в Монако, в Швейцарии счет. Но надо, надо, надо еще. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно? Нужно тебе сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно? Нужно тебе жена топ-модель и любовница тоже, но только она чуть-чуть помоложе. Белая яхта по морю плывет, счастье все ближе, счастье вот-вот. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе? На кухне картины Дали и Ван Гога, построена церковь, мечеть, синагога, и для страховки буддийский храм. Не выгорит здесь, выгорит там. Сколько денег нужно,
чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе, сколько денег нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе. Спасибо вам огромное за то, что пришли на концерт. Спасибо, что так принимали. Было правда офигенно. Я вам желаю, чтобы у вас было столько денег, сколько нужно, чтобы стать счастливыми, но чтобы было все остальное, что нужно для счастья, потому что деньги — это далеко не самое важное и не единственное. Спасибо, Екатеринбург. Я очень вас люблю, ваш город. Вы офигенно. Спасибо.